Лев? Да. Пасхальная ярмарка перед МКЦ – это в первую очередь товары от местного производителя. Предприниматели из Рязани, Скопина, Сапожковского, Спасского и Шиловского районов представили более 100 видов своих товаров. Куличи, творог, яйца, мед, а еще сувениры и изделия ручной работы. Губернатору понравилось. Я считаю, что это здорово, потому что и люди могут прийти что-то купить, и это эстетически очень красиво выглядит. И, собственно говоря, это место для еще одного такого, еще одной территории для притяжения жителей. Здесь можно гулять, здесь можно ходить, просто посмотреть. Можно что-то купить детям, можно какие-то мастер-классы организовать и так далее. То есть мы, конечно, если людям это понравится, будем организовывать такие ярмарки выходного дня. Ну, по многим поводам, народные праздники какие-то, это церковные праздники, это просто какие-то знаменательные даты. По тематике именно, да, чтобы это было красиво, своевременно, эстетично и привлекало людей. Специально к Пасхе прямо здесь проводили мастер-классы. Вместе с профи расписывали пряники и деревянные игрушки. Вручную создавали свечи и правильно заваривали чай в самоваре. По словам зампреда правительства Артема Никитина, Пасха не единственный повод для проведения подобного рода ярмарок выходного дня. Предприниматели Рязанской области свою качественную и натуральную продукцию готовы предоставлять регулярно. Мы должны сегодня уже понимать то, что рязанское качество, оно ничем не хуже и иностранного, и мы готовы полностью заменить те продукты, которые сегодня выпали из нашего оборота. И такие ярмарки, они как раз показывают то, что люди приходят, в очередях стоят здесь, чтобы купить рязанскую продукцию. И, конечно, мне кажется, даже место, куда можно просто прийти, отдохнуть, погулять, посмотреть мастер-классы, в них поучаствовать, попить горячего чая и самого настоящего русского самовара, которому больше 100 лет. Вот такая атмосфера. Сфера, которая здесь находится, это не просто торговля, не просто продажи, это место встреч. Место встреч рязанцев. Пасхальная. Первая ярмарка в списке тематических. По поручению губернатора Рязанской области их станет больше. Регион встает на рельсы импортозамещения, а значит, ассортимент товаров от рязанских производителей скоро станет больше. Герман Гущин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».